В Министерстве здравоохранения региона прокомментировали ситуацию с дефицитом антибиотиков. В новогодние праздники кировчане массово жаловались на отсутствие некоторых противовирусных и антибактериальных препаратов в аптеках. Первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов провел совещание с представителями аптечных сетей. В регионе работают 125 аптек, 10 из них подведомственны региональному Минздраву. По словам чиновника, сейчас в продаже есть все лекарства, в том числе противовирусные и антибактериальные. В некоторых аптеках нет только амоксициллина. Сети готовы продавать препарат, как только он появится у официальных дистрибьюторов, сообщили в Минздраве.